даже не пойдет их раздавать. А кто-то пойдет, раздаст, соберет каталоги, просто сделает 1000 баллов, и мы этим ребятам сейчас будем реально очень круто хлопать и поздравлять. Так происходит каждые 3 недели. Но пройдет еще 3 недели или месяца, и мы этих ребят здесь не увидим. По какой-то причине. У кого-то она будет одна, у кого-то другая, это не так важно. Кто-то станет директором. И, может быть, мы тоже здесь ребят не увидим. И есть еще один момент. А кого-то мы увидим в будущем разделе на сайте, где будет написано «Управляющие партнеры», «Региональные представители Active Sale Group», да, в различных городах, и о лучших странах. Вот. А кого-то мы увидим во главе сети различных филиалов, у которых в команде появятся такие ребята, которые сами открыли, они самим открыли филиалы, как, например, сейчас открывает Костя Мыслинский. Так вот, у нас сейчас будет небольшая игра, не очень сильно хочется, чтобы вы поддержали. Вот. В чем игра будет заключаться? У нас здесь стаканчики, они, видите, они наполнены по-разному. Мочой. Не мочой. С сифоном. Мочой с газиками. Так вот. Вадим подливал, я добавлял. Вы можете вставить член. Член и газики. В общем, смотрите. Можно от ТСЖ взять чуть-чуть, можно взять чуть побольше, а можно взять все. Вот давайте так. У нас сейчас будет небольшая игра. Я попрошу наших новых инструкторов показать, кто из них возьмет от ТСЖ все. Нужно сейчас будет на скорость выпить вначале чуть-чуть, потом больше. Кто из вас самый первый выпьет?